расскажи, что произошло. Что сегодня? Что только что было? Нет, как так сегодня что? Учили? Сегодня 25-е, сегодня не Дед Мороз же ходит. Я включил гирлянду и появился подарок. Ничего себе. Может быть, он еще и лежал тут. Мы его не замечали просто. Мы же проходили здесь все время. А это? Чей подарок? Мой. Нет, вот это под елкой. А это твой. Это мой? Да. А это кто мне подарил? Я. Ты покажешь, что это? Можно какое-то приложение еще установить. Для чего? Не знаю. Да я не знаю просто. Зачем? Просто чтобы было. Зачем ты здесь? Это продолжение твоей игры, да? Да, здесь даже вот такие. А шарики тоже цветные? Да. Круто. Надо соединить теперь с новой игрой, да? Мне кажется, что конструктор будет там лежать. Тут лежать. Дома шарики, конечно, да. Такие. Зеленый очень красивый. Какой тебе цвет нравится? Угу. Класс, так давай соберем игру. Давай. Такие штуки. Круто, это все, что нам надо было как раз. Да. Мне еще и было такое самое. Да. Теперь получается у тебя два. И да. Можно их собрать и наконец-то ими играться. А, это типа продолжение игры? Ну да. Гравитракт. Тракс. А как его обсыпать? Не знаю, это ж твоя игра. А ты не цеплял, да, еще никогда на это? Один раз только когда-то. Вот это чудесно как. А теперь будем открывать мой? Да. Это ты? Угу. Ты это или Дед Мороз? Это я тебе сделала. Ты Дед Мороз? Вот да. Такая же, как у нас. Здесь еще, видишь, вот эти мои результаты? Ничего себе! Я тебе сказала! Лёва, это мое богатство! И такая же самая, как у меня. Классно! Я теперь могу в нее лаки свои поставить. А это что? Это такой... У меня как раз начала заканчиваться умывалка. Это такая же самая, только синего цвета. Класс! И маска такая, как у меня! Да! И она у меня все позаканчивалось. Смотрите, я вас целую! Класс! И еще такой же самый здесь цвет. А это что? Это не знаю. Это такой же самый, как у Тони. Оливка, тоник с витамином С. Это ладно, через переводчик переводим. Мама, я взяла такой же самого цвета, как у тебя. Ага. А это для лица или для волос? Я сказала взять. Это может быть как вот. Может это для тела? Нет, это для лица. Это а, ну покажи, палка. Пожалуйста. Это для волос, вот. А это вот такое. Это вот. Я сказала взять. Это... Какая-то оливка. Это, наверное, для лица или для волос. Может, это тоник для лица. Тоник для лица, наверное. Круто! Но вот это просто чудо. А поделиться? Поделиться? Ого! Ого! Это сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тёма, у меня никогда в жизни не было столько шоколадок в один момент. Я тебе купила все вкусы. Да? Они все разные? Да, это все вкусы. Здесь нет таких же вкусов. Боже, это мечта. Это моя мечта. Моё богатство. Класс, мне кажется, праздник удался вообще. Да. Все довольны, все счастливы. А ты любишь такой? Я белый не люблю. Хочешь, я говорю, я тебе дарю. Это еще обычный. Я люблю все остальное, спасибо. А это обычный? Да. Поделись со мной. Поделимся. Это такое... Всеми по чуть-чуть? Ну, некоторые. Ну, хорошо. Короче, распаковка удалась подарков, я думаю, все. Все. Супер. Тёма, ты рад всех своему спасибо. Подарочкам? Да. Всех с праздником. Скажи на поздравку. Скажи... Веселых свят. Веселых свят. Мы так и не узнали, как будут подписчики. Тём, как передай привет. Сказать? Повернись, скажи. Веселых свят. Веселых свят. Блин, как у тебя так получается язык сделать? Веселых свят? Веселых свят. Швёнт. Веселых швёнт. Веселых. Веселых? Веселых. Веселых швёнт. Эти легче шарики. Короче, ребята, веселых швёнт. У нас был сегодня новый оператор. Да. Это мы. С мамочкой еще сидит. С ним, короче, играемся. Все, пока-пока. Да? Да. Да.
Эти легче. Мы играться. Давай. Так. Ну, эти, по-моему, легче. Ну, короче, ребенок разобрался. Собрали. Все, все надо, да, все как надо. А ну, Тёма, покажи. Вот. Вот это крутая игра. Угу. Радужные шарики сейчас едут. Ой, смотри, два вместе поехали. Ух! Да, попробуем перестроить дорогу. И так это тоже классно. Ну так прикольненько. Кто-то сейчас хочет нажимать? Ну давай. Можно я? Вот. Ну, я что-то поломала.